Проблемы загрязнения атмосферного воздуха и пути их решения обсудили в администрации городского округа Люберцы. Участниками заседания стали представители межведомственной рабочей группы, созданной при Министерстве экологии Московской области. В нее вошли контролирующие надзорные органы, общественные организации, а также предприятия, которые являются источником выбросов с неприятным запахом. Плотно начинает работать проект по экомониторингу. Это наша подведомственная организация со специализированной лабораторией мобильной передвижной. Мы уже начали проводить по некоторым районам, городам Московской области регулярные рейдовые выезды, как дневное и ночное время, по выявлению большого количества именно мест несанкционированного сжигания отходов, мусора, источников выбросов уже порядка 15 или 18 демонтировано за этот год. Вот работа будет продолжена. Люберцы вошли в пилотный проект Министерства экологии и природопользования Московской области. До конца декабря в округе будет установлено 8 датчиков для круглосуточного мониторинга загрязнения атмосферного воздуха. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.